rally in Sevastopol on Sunday spontaneously elected a new government and demanded the autonomy's reunification with Russia. А? Мы вам тоже предлагаем работу, Юрий. Хотя бы пока в качестве консультанта. Я знаю, что Казань от... Вот это вы придурки, блядь. Нахуя же его там остановили, блядь? А что мне ехать? А что тут уехать? У него стресс, он уехал, наверное. Так а что, вот тот уехал, тот на Жигуле остановился, тот за ним встал, блядь. Пьяный, может. Всячески отдыхать душой и телом. 8-8-7-0. Опа! Ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать! Ёбаный в рот. Господи!